Сезон для 16-летних воспитанниц Череповецкой детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва получился очень длинным. В этом году они уже успели стать серебряными призерами чемпионата России в первой лиге, выиграть золотые медали первенства России среди девушек 2000 года рождения. А либеро Ольга Новикова даже стала чемпионкой Европы. Тем не менее, в любом турнире цель у череповецких команд одна. Есть одно место для северянки, и оно первое. У нас закончился чемпионат только 30 числа. Поэтому, во-первых, нужно было дать игрокам восстановиться после чемпионата. И второе – это хотя бы попробовать создать команду. Всероссийская спартакиада учащихся – турнир престижный, а потому участвуют в нем лучшие волейболистки страны. Тем не менее, на стадии отборочного турнира тренеры череповецкой команды дают шанс проявить себя и более молодым девушкам. Не сказала бы, что сложно, мы готовились к этому турниру, к этим играм. И как бы не чувствуется мандража, потому что команда была готова. Ну, я так думаю. И думаю, что мы справимся с этим. В Череповец на отборочный турнир приехали 10 команд северо-западного региона России. Череповчанки без больших затруднений прошли групповой этап, обыграв команды Калининграда, Карелии, Ленинградской области и Новгорода со счетом 3-0. В полуфинале также в трех сетах был повержен Сыктывкар. Такой же путь до финала из другой группы проделала команда Санкт-Петербурга, которая была готова дать бой фавориту. Есть понятие такое спортсмен. Спортсмен – это человек, который любит состязаться и выигрывать у сильного соперника. Я надеюсь, что сегодняшняя игра – это именно состязание спортсменов. Поэтому никто никого не боится, но у той и у другой команды есть желание выиграть. И вот в финальном поединке петербургские девушки смогли выиграть первый сет у хозяек зала. Однако на большее их задора не хватило. Череповчанки спокойно перехватили инициативу в игре, и три последующих партии были уже за ними. В итоге 3-1 – победа череповецкой команды в финале и в турнире. Впрочем, в следующий этап всероссийской спартакиады вполне заслуженно вышли оба финалиста. Владимир Сентябрев, Анатолий Холин. Новости.